Доброе утро, меня зовут Алена Рухамбетова. Я хочу вам показать, как можно с простой пластиковой тарелки из вилок сделать фоторамку. Мы берем наш... Берем ножницы и отрезаем вот этот круг. Мы отрезаем не до конца, чтобы у нас оставалось примерно 3-4 сантиметра. Чтобы наша тарелка стояла вот примерно вот так. Теперь берем вилки. Это нам нужны для того, чтобы стойка держалась. Концы мы можем немножко согнуть. Вот так. Ну, у нас будет вот примерно вот так. Берем клей. Приклеиваем V-образным способом. Пока у нас она сохнет, мы делаем декор. Для этого нам нужны ненужные пуговицы, монеты, разные вот из фактурных пуговиц. Клеим внутри тарелки. То есть это может быть даже бусы. Даже от джинс, которые падают всегда пуговицы. Теперь мы берем баллончик и красим. Вот у нас получилась такая красивая фоторамка. Я прикрепила файлом нашу фоторамку. Я желаю вам, чтобы в вашем доме всегда были такие оригинальные вещи. Пробуйте, у вас обязательно все получится. Всего доброго!